А теперь посмотрим на них изнутри. А вот это бампера идут аналоги из ABS пластика. То есть крепление находится таким вот образом в крыле. Внутри идет штамповка. То есть, ну, конечно, качество нормальное, в принципе. Вот, но липенько. Толщина пластика миллиметра, наверное, 2-3. Ну, наверное, 3 больше. То есть вот так вот они выглядят. Также подушки некие. Некий вид подушки здесь. А вот это получается задний бампер. Вот этот бампер передний. Теперь посмотрим заводские бампера. То есть сразу обращаем внимание, что на переднем бампере уже присутствует крепление для установки противотуманных фар. То есть очки просто вырезать можно, вот, и в принципе установить самому. Вот, далее болты для крепления уже присутствуют. Они защищены такой, скажем, заглушкой. То есть все так качественно сделано. Также на заднем бампере заглушки, болты, все находится. А подушка такая уже более усиленная здесь. Вот, качество пайки тоже намного лучше. То есть такой он уже литье такое. То есть он не шатается, не болтается. Вот, по толщине, то есть если там у нас было где-то миллиметра два, наверное, три, то здесь уже чуть потолще пластик. Здесь уже, наверное, 4 миллиметра. Вот. Ну и также повторюсь, по весу он значительно тяжелее. Килограмма, наверное, на 2, если судить по комплекту.